Первый арбузный кросс прошел в далеком 1971 году. Добрую традицию заложили одинцовские лыжники, проверявшие в преддверии зимнего сезона свою физическую форму. С тех пор многое изменилось. Число участников уверенно перевалило за 1500 человек. На старт выходят не только зрелые спортсмены, но и двухгодовалые малыши и 84-летние ветераны. Среди почетных гостей 48-го арбузного кросса – легендарные олимпийские чемпионки Лариса Лазутина и Светлана Нагейкина. Кстати, Светлана Вячеславовна побеждала в арбузном кроссе. Это было в 2007 году на 50-летие города Одинцова. Становится все лучше и лучше организация. И по численности участников 1600 человек, представляете, принимают участие. Начиная мамочки с папочками, со своими крошками бегут. И сейчас, ну, приятно посмотреть. Мне кажется, вся Московская область собралась здесь. Юным участникам сладкого кросса нужно было пробежать всего 400 метров. Хотя слово «всего» здесь, конечно, неуместно. Для малышей, которые едва научились ходить, это серьезное испытание. Но оно никого не испугало. Ведь рядом были самые надежные тренеры – родители. У нас пошел второй круг. Лет так 13 назад мы со старшими выступали, дебютировали в этих соревнованиях. Сегодня пришло время, как бы дебютировали в кроссе с младшими. Спасибо большое организаторам. Нам все понравилось. И погода, и арбузы очень вкусные. Мы довольны, малыши у нас пробежали. Это первая наша гонка. Зимой увидите нас на лыжах. Солнечная погода и отличная организация соревнований превратили арбузный кросс в настоящий праздник спорта и хорошего настроения. Очень обожаем парк, этот, любим здесь бегать, проводить время, и вот детей ставим на старты. Мультики не смотрим, телевизоры тоже, больше на воздухе стараемся проводить время. И этот парк, ну, действительно всему способствует. Каждый участник забега получил свой ломтик, и не один. А вот победителей после финиша ждали не только места на пьедестале, но и целые арбузы. Среди стартующих – традиционные члены спортивного клуба «Олимп». Сегодня 48-й кросс – это просто замечательное мероприятие. Ну, я не знаю, вот сегодня оно проходит, но в него вдохнули просто новую жизнь, такой масштаб. Просто, ну, все замечательно, все супер. По словам главы округа Андрея Иванова, в этом году для участников кросса приготовили более 4 тонн спелых арбузов. Все бегуны продемонстрировали отличную физическую подготовку. Если считать арбузный кросс своеобразным прологом спортивной зимы, лыжный сезон в Одинцово удастся на славу. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».